Друзья, всем привет! В данном видео покажу, как поменять язык интерфейса. Смотрите, перехожу в панель управления. И здесь вот есть пункт регион. Перехожу в регион. Здесь есть мовные параметры. Как видите, у меня сейчас украинский язык. И просто вот мова интерфейса Windows. Я выбираю русский. Здесь написано настроивание мова интерфейса Windows. Для того, чтобы изменить язык, необходимо выйти и продолжить. То есть мне нужно, по сути, выйти с компьютера, ну, перезагрузить его так. Поэтому я сейчас поставлю видео на паузу и нажму так, выйти зараз. Ребята, я перезашел в систему, проверяю язык. Видите, у меня все изменилось. Ребята, также хочу заметить, что у некоторых Windows есть свои особенности. То есть у меня язык поменялся вот таким вот образом, у кого-то он, возможно, поменяется по-другому. То есть, как я вам уже показывал, у меня меняется это здесь. Возможно, у кого-то будет достаточно поменять вот здесь, допустим, да. То есть или здесь вот изменить язык системы. То есть вы просто можете здесь это поменять, если у вас Windows это предусматривает. И этого будет достаточно для того, чтобы у вас компьютер изменил полностью язык на тот, который вы хотите. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.